Эх. Ну ладно, пофиг. Неохота, честно говоря, долго ждать. Птички. Ой. Ой, что за зеленый газ? Все. Нет больше семьи Робин. Как их там, я забыл. 6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган. Мои люди мертвы или при смерти. Говорит Рамштайн, нас атакуют. Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Это не газ. Нас атакуют сухопутные войска русских. Повторите, Рамштайн. Какие русские? Русская армия. Требую подкрепления немедленно. Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Металл 01, командующий Оверлорд на связи. Направляйтесь в Гамбург. Операция по освобождению важного заложника. Кто это? Вице-президент. Да, ну русские делов наделали. Так, важная персона у нас. Во, вот это настоящая война. Ну, по-моему, мы не долетим. Я думаю, нам сейчас уже надо прыгать. Блин, чё я не могу повернуться? Да прыгать его уже, ёп. О! Это нам... Нам ту пушку дали еще с первых миссий. Так, а вот что это за значок? Тут, видите, 3 из 10. 3 из 10 чего-то. Какие-то гранаты, видимо. Но пока что я, видимо... Ой. Ага. Это, видимо, подствольный гранатомет. Опа, очки! Охрень... Ёпа, разоты. Обалдеть. Так. Все, я вроде отлежался. Так, сейчас, секунду. Гранатомет у нас нету, да, пока? Сейчас. Во! Трешку ставим. Да ёп. Там, походу, жесткий обстрел вообще. То есть, видимо... Нормально, там русский, да ёб, просто, что делать-то? Следовать надо, вот затем. Да, меня завалили. Надо было отсидеться. Ладно, не будем спешить, пошлите за этим. Да можете двигаться нормально. Так, нам вон туда надо. Я уже бегу. Почему он не передергивает затвор, когда пушку перезаряжает? Непонятно. Причем на многих оружиях так достаточно. Ну-ка, вот это попробуем. Баба. Ну-ка. Ладно, не важно. Так, ну все.
Компьютеры какие-то. Грен тут нет у вас? Во, грены. Тихо. Чтобы... Офигеть, одна из 46. Может, тут еще что-нибудь? Ладно, нам вон туда надо. 200 метров. 220 метров. Так, ну что, ребятки, вы бежите за мной. Кто-то долбит он оттуда. Ну все, настоящая война. Схватка прям. Куда? Танки-то идут наши. Да вроде вот эти продвигаются. Ну. Даже не знаю, что и сказать. Настоящая мясорубка. Он танкиста снимает. Во! Не, по-моему, не снял, да. Ну, отдача жуткая. Ну, потому что мне по рукам поддают. От выстрелов пуль противник у меня прицел трясется. Гранатку надо выкинуть. Ёпрос это. Гранатку надо было туда закидывать. Да все, все, в укрытии побыл нормально. Да, ну их снесли вроде, да? Так, по патрончику у них тут, не знаю, есть, нет. Я надеюсь, я правильно действую. Это ты меня побил, да? Ты еще живой. Это у нас Сэндмен. Так, ну, вроде бы продвигаемся успешно, да. Ну, давайте, может быть, комментируем что-нибудь. Грена. Нормально. У меня их 8 штук, этих подствольных гранатометов. А, это наш! А чё? Ну да, это наш. Так, вот это не наш, да? Не, вроде ребятки русские. Ну, круто. Ладно, берем. Вот это. Ну-ка, куда тут бахнуть? Так, а куда бахнуть-то реально? Так, все, мы тут. Мы тут. Во-во, побежали. Ну-ка. Ты, бляха-муха. Круто. Очень круто. Заряжаю, давай, заряжай. Нет, нет подходящего момент для подствольного гранатомета. Бля-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 ля, бляха-муха. Буль-буль-буль-буль-буль. Задерж. Да тут перелезть. Блин, тут, по-моему, все ранены. Вот этот ранен. А это наш вроде, ну, русский. Так, я Фрост, да? Вот, вот это я понимаю, нормально. Не понял. Какого хрена? Контузило. Кто? Т-90 или С-90, не понял. А, Т-90, наш танк, да? Или... А, не, у нас 3. Ах, не знаю. Ой, это наш. Так, вот это не наш. Ну, точнее, наши противники. Так,
А как пальнуть из вот этой пушки? Ну, они не добежали. Вон, в ряд. Это чё такое вообще? Это чё за... ну ладно. Без комментариев, ладно. Ну, наконец-то. Ну да, зашел в закрытое помещение, надо бомбануть из танка. Давай машины взрывай, или они не взрывают. Ух ты, ё-моё! Почему я стрелять не могу? Вот это капец. Перегревается, походу, пулемет. Да-да-да, вон он справа там, я даже не видел. Ты чё? Ой, бляха-муха, это наш? А, нет, это не наш был. Давай пропустим. Кто там? Остался. Зато быстро пулемет остывает достаточно. Где потери? Вот это, да? Ну ладно, идем. Едем потихоньку наверх. Так, а нас там уже ждут. Ребятушки. Опа, вот это неожиданно. Ну все, сейчас нам... Бегом, 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 побежали. Ой, Грена, Грена, ненавижу. Опять сейчас лоханемся, ну я лоханусь. Да перезарядись ты уже, ёкарный карась, давай. Ой, поможем нашему другану. Ну, либо он нам не друг, просто там этот напарник. Ладно, неважно. Да нафига укрытие? Вон, бежим! Просто на мясо их всех. Вот, ёпарас, это вот и танк подоспел. Так, кто тут у нас? Так, тут оружие какое-то было. А, ну, все стандартно. Там вот не видно что-то. Кто там? Что там? Опять Грена, да ёп. Обкидывает нормально. Да, ну, пока что неохота гранаты тратить. Как-то они не очень кучно. О, вот там кучно. Ладно, тут зажать, в принципе, можно. Так, а это у нас кто? Русский Витязь. Ну-ка. Ой, бляха-муха. Кто-то еще палит, я не пойму. Ну, там кто-то засел, да? Ладно, пробежаться немного. Да сколько же вас, это самое, вас надо всадить, Грен, чтобы вы сдохли. О, наконец-то хоть кто-то подлетел. Ну, двинься ты, кто тут блочит меня? Так. Опа, 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 опа. О, пол тысячи по... Ой, блях, муха, я даже не могу выговорить. В общем, 500 патрон, нормально, очень много. А давайте в рукопашку их можем даже. Давайте вот так, вот так надо сделать.
Оглушили. Оглушили всех ребяточек. Ну-ка, вот это мой. Так. Гад тут обстреляли. Так. Через своего прострелил, да, походу? Ну, поддержка нам, не знаю, нужна, нет. Ну, вроде пока справляемся. Да ёпарасеты, а шо ж ты лезешь-то под огонь? Под шквал пуль. А, вот он. Голубчик. Офигел вообще. Блин, да, вроде все нормально. Что-то я вообще офигел уже, честно. Лезу прям к ним вообще. Походу меня гранатометом жахнут, только откуда? А где наши-то? Ну вот наши, ну что-то как-то маловато наших, нет? Не кажется вам? Или нормально? Гранатометчики. Ну, мне кажется... Я не знаю, это заскриптовано, либо я их реально смогу снять. Ну, не знаю. Так, чё, проверьте машины. Чё их проверять-то? Вас понял. Прочешите местность, ищите любые следы делегатов, но поторопитесь. Раптор 4 прибудет к точке выхода через 10 минут. Раптор? Ну это нормально, это значит, что мы сможем побомбить их с воздуха.